Здравствуйте! Это прогноз погоды на АТВ. Я Екатерина Быкова расскажу, что нас ждет за окном в субботу 26 августа. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам малооблачно. Возможен небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 8. Скорость ветра 3 метра в секунду. В южных районах малооблачно и небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 9. Порывы ветра до 6 метров в секунду. В Улан-Удэ также малооблачно с дождем. Днем плюс 24, ночью плюс 12. Скорость ветра 7 метров в секунду. С вами была Екатерина Быкова. До скорых встреч!